Польский телеканал уволил продюсера, который после выхода в эфир интервью с министром культуры России извинился перед ним за неподобающее поведение ведущей. Владимир Мединский во время недавнего визита в Варшаву был приглашен в студию телекомпании ТВП. Журналистка вела себя вызывающе, а в самом конце интервью спросила министра, как он относится к генералу Черняховскому, который в годы Великой Отечественной войны якобы убил много поляков. Владимир Мединский ответил, что дважды герой Советского Союза, самый молодой в истории командующий фронтом, генерал Иван Черняховский никого не убивал. И тут последовало неожиданное признание. Он убил моего деда. Из пистолета или ножом? С пистолета был застрелен. Нет, арестован в Бедниках. Господин министр, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, до свидания. Все-таки вы не дали мне договорить. Генерал Черняховский не отдал ни одного приказа об убийстве солдат и офицеров. Как сообщил Владимир Мединский, после эфира он спросил журналистку, где находится могила ее деда. Ведущая в ответ сообщила, что выдумала эту историю, цитата, для образности. И вот теперь выяснилось, что продюсер польской телекомпании, который принес министру культуры России извинения от себя лично за поведение коллеги, уволен.